Hyundai Grand Starex. На диагностике шумов в трансмиссии. Сейчас посмотрим, что там шумит. На этом, я думаю, можно заканчивать диагностику. По данным звукам мы сделали вывод, что... Завалился маховик. Маховик. Сразу расскажем, как этот маховик выглядит и как называется. Или снимем, потом все расскажет. Демпферный маховик. Чуть позже вы его увидите. Все. Демонтируем, в общем-то, коробку. Снимаем маховик. Первым делом отнимаем кардан. Ну это разве закрученный болт? Мне кажется, расслабленный был гайка на кардане. Можно сказать, сама открутилась. Выбрать маховика. Ну. А это перетянуто, да? Мы выбираем автомат. Или пулемет. Или пулемет. Да, серьезная задача, смотри. Сейчас соскочит. Пошел, Костян. Ты не сдаешься просто так, да? Кто? Ты. Анатолий, здесь целая программа. Сейчас будешь кардан менять, сцепление, маховик. Маховик, да. Оторвался. Снято из запчасти в машине. Да. Как его кардан откручивать? Ты подвесил? Да. Вот так. Опору один был. Обязательно надо постучать. Обстучать. Обстучать. Все. Не постучать. Красиво. Привет, брат. Костян, привет. Здорово. Так, вот она. Вот она. Железяка длинная. Все хорошо, да? Тут меняли, да. Все работает. Походит еще, короче. Что у нас тут еще интересного? Все, тут видишь. В хорошем состоянии, да? Сальнички свежие какие-то стоят. Диагностировали, в общем-то, повреждения манжета, да? Манжеты и сальника. Штока. Да.
Манжет нет повреждений, она держалась, маску-то все. Вытаскивается. Не, ну я понимаю, просто что там все сальник. Ржавое. Там сальнику хана. Манжетка держала, короче, да. Нельзя. Все, мы, короче, сейчас по кругу все раскручиваем, да? Все болтики вот эти. Пам-пам-пам-пам. Механизм сам переключения на тросиках на двух. Все, датчики отсоединяем и вынимаем их. Остатки фрикционов мы видим тут, да? В полном объеме присутствуют. Комплект. Корзина. Сейчас нам Константин продемонстрирует. Здесь почти новый. Почти. 40% еще называется аннигиляция в полном размере, да, и объеме. Сколько это километров прошел, сам себя уничтожу. Коротковатые ручонки у тебя, да? Чуть-чуть. Не переживай за мои ручонки. Куда она оттуда дотянутся? Все, люк проехал. Ну да, тут вообще какая-то адская вообще ситуация. Первый раз я вижу так, что сильно. Совсем сильно? Да, он обычно 10 градусов, 15 вот у него. Чик-чик вот так вот. Сами, да, хорошее, сухой, да? Я такого вообще не должно быть. У него вот только ход вот такой. Ну все, сейчас все, мы в обратном порядочке, да, все замоем, зачистим, подмажем, смажем. Покажешь новый комплект? Давай посмотрим, что тут есть. А то мне одной рукой неудобно доставать.
Так. А замерить толщину. Ну-ка, прикинем, сколько тут. Вот оно, да? Счастье. О! Ну вот, да, 10 градусов. Даже меньше 10, наверное. 5. И этого нет. Ну, а такой-то вообще, да, отсутствует. Ну, быстрая диагностика. В течение 20 минут мы. В обратно. Что ты, Костян, забрал? Отец Костян. Правильно, надо инициативу в свои руки брать. Так, это у нас новая вилочка, да? Yes, please. Офигенного цвета, титанового. Выжимной, все. Все надо сделать по фэншую, чтобы у нас... Идеально. Виновник ожидания. Что ты делаешь? Все, опускаешь? Опускаем, будем прокачивать. Главное, рабочий цилиндр сцепления. А кто будет прокачивать? Оператор будет прокачивать. Должен же он свой хлеб зарабатывать. Хоть на что-то сгодился. Ты просигнализируешь мне? Просигнализируешь, говорю мне? А ты прокачиваю тормоз? Сцепление, это слева, да? А, справа? Вот это Анвар угощает нас сегодня всех кофе. Спасибо, Анвар. Да. Мне кажется, она уже прокачалась. Тоже пока попьем кофе его посидим. Без сцепления проверяем. Без сцепления просто глушу, она сразу долбит. Не, ну сейчас, естественно, новый диск. Все должно чуки-пуки быть. Правильно? Идеально. Вот Константин, молодец. Тест-драйв. Нормально сцепление вызывает. Все передачи щелкаются.
А? Слышишь? Красота какая. Ну, в общем-то, на этом, наверное, программа подошла к своему концу логическому. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжаем. Включение с приемки. Я играю с владельцем Grand Starx 2011 года. И чтобы машина не ломалась, чтобы служила исправно, долго, нужно вовремя производить ремонт. Причем профессиональный ремонт в правильных сервисах. Я считаю, что сервис ОМЗАП вообще отличный сервис. Спасибо мастерам, Константину, ну и всему коллективу.